ком выказывать было себя так нелепо. Это я не про вас, а про него. Местный житель, где... путешественник, где он? Местный житель, а вы слышали возгласы около? Мыши летательные, как народец наш взвыл, когда он с чего-то забился и взмыл, забавно повиснув под выступом крыши. Местный житель, путешественник говорит, он здесь, он с билетом, как уговорились, наверное, прошел на посадку давно. Как только прохожие угомонились, он через чердачное вылез окно. Местный житель, народец тогда подбегает к стене, но как растерявшийся инопланетец, упавший с больших или малых медведиц, вы ищете друга в другой стране. Путешественник, ах, каждый из нас помнит по половине сложнейшего кода, которым легко, возможно, связаться вверху со своими, когда его произнести целиком, сложнейшего кода для запоминания, разложенного на двоих пополам, единственно действенного заклинания, которым спастись только выпало нам. Известно, что нашу планетную сферу ваш транспорт отчасти заденет в пути. Скорее бы за эти пределы, а сверху услышит, лишь вовремя произнести. Местный житель, но как же... Слепую сумеете вы в экипаже среди пассажиров друг друга найти? Какой подадите напарнику знак, как скажете вслух о приметах условленных, когда даже голос ваш в здешних условиях совсем искаженный ему не узнать, что толку пуститься на поиск во тьму? Слетайте и возвратитесь обратно. В это время к кассе подходит какой-то пассажир. Касса, там пассажир. Конечно, оно, как всегда, аккуратно, ходит в 4. Возьмете? Тот пассажир, возьму. Касса, мы продали вам последний билет. Обед. А путешественник продолжает свой рассказ местному жителю. Путешественник. А про астероид ваш тоже немалый составлен на нашей планете трактат. Там с выкладок под папиросной бумагой особи из здешних портретов глядят. Там в тексте подробно устройство задето. Существ нелетательного образца мы стыли, не видели белого света, знали, что будет, и ждали конца. Мы звали, наскакивай быстро и сразу. Мы вот они, где ты, который знаком по изображениям невидимой глазу, ловец любопытный с огромным сачком. Все громче и громче из местного сада веселые были слышны голоса, и музыка малопонятного лада шла из репродукторов под небеса, таким холодком пробирала по коже, и выкрик донесся до наших ушей. Как двое участников этих похоже, в летательных переоделись мышей, и множество ваших уже толковало, как схваченных облик, давайте дадим награду сегодняшнего карнавала подделанным этим личинам двоим. Тут плотная стайка недавно далеких от нас обитателей стала кольцом, галдели, а после отвлек их еще занимательней аттракцион. И мы изумились течению чудесных случайностей в необходимый момент, а выданных два кругляшка бесполезных сменили на горстку тяжелых монет, и так же, как вы облеклись для того мы, чтоб с вашей толпою наружно слепы, могли бы пройти к четырехчасовому и вылететь срочно из этой среды. Уж к нужному месту почти подбирались, да между прохожих пока потерялись. А он вернулся, как не обращайте внимания на крыши, и близится срок. Там помнят, прощайте. Местный житель, какое прощайте? До встречи в зверинце, безумный зверек. Вот. Стихотворение сейчас еще несколько.